Только враги наши могут считать большевиков сторонниками палочного режима в партии, людьми, предавшими идеалы революции, большевистскую гвардию, тех, кого морила по тюрьмам царская деспотия, кто вместе с Лениным вел беспощадную борьбу с Троцким. Оппозиционеры назвали здесь представителями партийной бюрократии. Кто, как не враг, мог это сделать? Я не коммунист еще. Но каждого, кто попытается натравить меня на партию, я назову своим кровным врагом и буду бороться с ним до последнего вздоха. Враги наши свою борьбу против партии считают геройством, а себя мучениками в этой борьбе. Ложь это все и предательство. Пусть же запомнят эти герои и мученики. Мы единство нашей партии не позволим разрушать. Никому не расколоть старой и молодой гвардии. И в непримиримой борьбе с теми, кто атакует партию, вместе с Лениным мы придем к победе.